Идем в продуктовый Икра магазин. Есть цветочки у них в горшочках, вот на распродаже или что там, предложение 84 кроны, это 8,5 долларов или 8,5 евро. Вот эти ежи 300 крон, это 30 евро. Вот эти ежи с обычного дерева и соломы 30 евро. Так, зеленые салатики по 10 кронов. Помидоры на распродаже, такие красивые, по 20 кронов, 2 евро это. Сейчас немного наберу. Кстати, целлофановые пакеты сейчас деньги стоят. Если хотите брать пакет, 0,38 или 0,39 евро стоит. И такое вот предложение есть бумажные сейчас. Вот в Швеции отказывается от пластика. Пласта или, ну, в общем, от пакетов. И по все-таки бумажные пакеты. В них же набираешь, в них же потом пищевые отходы складываешь и выкидываешь на переработку. Один специальный ящик. Вот в них сейчас буду набирать то, что нужно. Два огурца за 2 евро. Ну, 20 крон, так примерно округляю, чтобы вам понятно было, 2 евро. Вот лайм, 4 лайма за 2 евро. Авокадо. 2 авокадо, 4,5 евро. Тут идет чеснок. Сейчас посмотрим, чеснок почем. Чеснок 2 вот такие штучки за 25 крон. Это 2,5 евро. 2 чесночка. Лимон. 2 лимончика за 1,5 евро. Инифара, как на русском называлась она? Инжирь? Вроде бы, да? Точно не помню. По-моему, так. Килограмм стоит 10 евро. Вот экологические огурцы. Стоят одна штука 2,5 евро. Разницу чувствуете, да? Там два огурца были 20. А, в принципе, это небольшая разница. Там 2,20 за 20, здесь 2 за 2,5 евро. Помощница. Ага. Так, слива на распродаже. 15 крон скидка. Так была 3 евро, получается, 800 грамм стоила. Теперь стоит 1,5 евро, 800-граммовая лода. Аскель, как ее называют. Вот перец. Стоит 2 евро, 200-граммовые пакетики. А я поеду за мой папой. Посмотрим, кто поедет за ними в Орландо, в аэропорт. Наши бабушки скоро приедут с Турции. Они у нас в Алании, в Турции живут. И приезжают. Ну, они там, и в Швеции, и в Турции. О. Знаешь, когда бы я их встретила, я бы побежала их отдать. Да ты что? Пошла, вот такие побежала. Пакеты пакуют из продуктов, которые... Да, 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 я знаю, ты бы полетела бы к ним. Которые должны скоро испортиться. Чтобы люди покупали, как бы скидку, вот один пакетик 3,5 евро. Чтобы побыстрее продать, они так, в общем, предложение делают, пакуют. Это все для такоса. Чипсы, хлеб. Мексиканская еда. А я озвучиваю просто. Вот сейчас я вам показывала, где мы покупаем халяльное мясо. Вот сейчас это чисто в шведском магазине покажу вам мясо. Допустим, рюкбиф – это говядина, спинная часть, 30 евро получается килограмм. Вот здесь это еще на скидке как бы вот написано, что цена первая была 35 евро, сейчас 30 евро. Вот поросенок 20 евро килограмм. Что нет, не она, это я снимаю. Так, что у нас? Не знаю, что они там делают. Так, что у нас тут? Это у нас антрикот 200 кронов килограмм, это 20 евро. Не снимать, не снимать, не
Идем дальше. Сыр халуми 20 крон, это 2 евро. А, подожди-ка, рыбку вижу я по акции. Причем получается она 129, 13 евро килограмм предложение. А так она стоит 160. Деликатесная полка в Ике. Тут деликатесы находятся. Здесь уже очень дорогое мясо, колбасы. Вот это, я думаю, все это свинина, это все. Да, это все со свининой. И стоит она 100 граммов. Это цена за 100 грамм. 100 грамм 5 евро. 100 грамм 4 евро. Вот этому мясу 15 месяцев. Это означает, ну, это сушеное мясо. Год и 3 месяца этому мясу. Как сушили его. Здесь антрикот стоит 40 евро. Здесь стоит 45 евро. Килограмм это. Такие деликатесные торты тоже. Морепродукты пошли. Креветки. Килограмм стоит 25 евро. Копченая лосось копченый 100 граммов это гекто. 40 крон, 4 евро 100 грамм, значит килограмм, что получается у нас, 40 евро, да? Вот всякие соусы, деликатесные торты, оливковое масло, оливки. Раки вареные, раки стоили, сколько, 429 кронов, 40 с лишним. Евро стоили килограмм, сейчас 37 евро, 38 евро килограмм. Здесь вот еще такие рыбы. Лосось очень популярен в Швеции. Копченый, сушеный, свежий. Вот этот хлеб, полбулки разрезанные, стоит... 60 крон, это 6 евро. Здесь 850 грамм. Мы возьмем багет. Сейчас зайдем в аптеку. Раяне нужно мазь купить. Что там за вагон поставили, не поняла я. Какой-то вагончик стоит. Сосиски, что ли, продают? Что это на зиму, глядя, поставили? Все лето, главное, не было. Сюда можно коляску заезжать? Ага. А с собаками, я поняла, нельзя. Нажми вон ту кнопку. Чтобы дверь открылась. Что? Ага. Вот в аптеку заходим. Мало вещей уже. Угу. Косметика здесь есть. По чуть-чуть начнем. Сразу привлекает глаз косметика. Меня вообще привлекает косметика. Я хочу подвигать. Тебя особенно, да? Ну, я знаю. Я очень сильно красивая. Что это твое любимое дело? Так. Особенно постоянно. Посмотрим. Найдем ли мы сами эту мазь? Если не найдем, то лучше позовем помощь. Для чего? Чтобы мазь дали нам. И тебе, кстати, спрей для носа нужен. Лучше попросим помощи. Это телефон звонит у кого-то. Угу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот эту мазь я постоянно покупаю в Раяне. Она классная. Она мне очень нравится. Натио. Это спрей для носа с Селини взяли. Посмотрим. Покажу, сколько обошлось.
обошлось 89 кронов, это примерно 9 евро. Идем дальше. Здесь квартиры неподалеку, неподалеку от центра. Квартирный район идет. А ты знаешь, когда дождик был в школе, мы за кустики прятались, дождь не капал даже. Да ты что? Мощные кустики у вас в школе, однако. Ну, дерево там вообще было.